Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Домашний зоопарк, и мы рады вас приветствовать. Наша ежедневная рубрика «Завтрак с котом Рико». И пока мы наблюдаем за этой милой картиной, как всегда, мы что-нибудь с вами будем обсуждать. А именно сегодня я бы хотел вам рассказать о своем опросе на нашем YouTube-канале. Мы поставили такой вопрос: сколько весит ваш питомец? Варианты ответов были: до 5 килограмм, до 7 килограмм, более 7 килограмм и 10 и выше. На сегодняшний день, вот менее суток прошло, у нас в опросе участвовало более 500 человек. И получились очень интересные циферки. Итак, до 5 килограмм никогда не угадаете, сколько владельцев кошек нам отдало свой голос именно за эту опцию. До 60. Ой, 60%, извините. 60% до 5 килограмм. Представляете, у 60% людей котик до 5 килограмм. До 7 килограмм у нас получилось 21% из 500 человек. Более 7 килограмм 14% проголосовавших. И 10 килограмм и более всего лишь 5%. Так что, как я понял, основная масса обладает котиками до 5 килограмм. Такие вот дела. Так что у нас Рико еще и попадает в категорию 14% свыше 7 килограмм. Ну, на этом голосование, конечно же, не закончилось. Еще и суток не прошло. Оповещу вас попозже о последних результатах, которые будут, но я думаю, вряд ли что-то поменяется. Также хочу вам, друзья, напомнить, что сегодня у нас пройдет большой эфир на нашем YouTube-канале. Начнется он по московскому времени в 9 часов вечера. Вы можете еще принять участие в 21.00. Присоединяйтесь к нам. Найти нас очень легко. Набираете в Ютубе в поиске канал «Домашний зоопарк» и нас найдете. Не забудьте подписаться. Всем пока, до новых встреч и всем всего самого наилучшего. Всем пока!